Ну что там запустилось? Нет, ты посмотри именно видео, не само это. Через канал. Зайди. Нет, я начал трансляцию, посмотри. Да я понял, что стоит звук. Нету. А, ну сейчас появится, значит. Небольшая задержка. Есть звук? О, нормально слышно хоть? Или как? Так, хорошо. А если сейчас? Раз, раз. Чуть-чуть увеличили. Что оказывается, микрофон собаки чувствительный. Ну как там? Скажешь тогда, как появится. А, ну звук, понятно, звук, короче, нормальный идет, да? Ну, тут у Ютуба сама такая байда. Стандартная задержка. Ну, попробуем. А, это уже не получится. Хе-хе. Ну, что поделать. А, потому что звука в игре нет. Звука никакого. Так. Для начала бы разобраться в этой игре еще. О, поехали там что-то собирать. А? Да я не собирался. Мне лень. Это, кстати, вот эту вот игру мне прислали на почту. Попросили посмотреть. Что-то нужно бринч, пост, идя. Ни туториала, ничего. А нет, что-то. Стоп, что я сделал? Зачем я это сделал? Как это использовать, вашу машу? О. О, да, офигеть. Тут есть чертов туториал, прикинь. И это нечем называют выживалкой. Изотермическое окисление сделает все лучше. А, ну, ладно, хорошо. Пусть будет так. Как это использовать, вашу машу? О. Поехали. Надо мы ее выкинули. Ну давай, смотрим. Ага. Мысль, тут есть звуки.
Нет. Уберем опять в рюкзак. Что это? Господи. Есть что-нибудь нормальное? Я ничего не понимаю. А вот, опор пошел. А, здрасте, тут еще махаться можно. Прикинь, я тут гусеницу пыталась забить. Меня пыталась забить какая-то вшивая... гусеница. Это же офигеть. А, все-таки быстрый сбор есть. Это на пробел. А ты очень интересно, интересно. Так... деревянные бревна. Ну, пусть валяются. Поехали, да. А, вот тут как можно выбирать, что это у нас. Бумага. А, нам не хватает одного бревнышка. Ну, давайте уберем. Тут не хватает полного звука. Что самое печальное, что... А, это доска исследований. Стандартная тут. Верстак и кирка. Ну, давай сначала кирку, что ли. Поехали. Теперь нам нужно доску исследования верстак сделать. А, вот как это получается. Ну, здрасте. Что со мной подраться решили? Понятно. Значит... очень темно. Я ни шишашеньки не вижу. Давай ресерч тест. Еще нет. И сюда поставим. Вот и что на рецепт. Что ж, я все пытаюсь на скейп нажать. А, у меня нет ресерч. В смысле у меня нет ресерч-поинтов? Серьезно? Они что, укурились? Так, мне нужно 10 бревен. Ну, в принципе, получается такая... где-то перемендрит. И стандартная песочница, выживалка. Пока без всего. Но это абсолютно ранние досы, даже закрытые. Мне просто так прислали. Просили записать. А вот что получится. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот шутка. Ага. Ага. Все, в принципе, то же самое, что и в корабле. А здесь у нас нет ресерч-поинтов. А как нам получить ресерч-поинты? Давайте пройдемся, что ли. Ой, белочка. Это же белочка. И что нам это дало? Ничего. И зачем просто просрал бумажку? Ой-ой-ой-ой-ой, так. Мы укололи свои руки, пока собираем. Опять укололи? Серьезно? Ну, взял, поколол свои руки. КП просрали. Что это у нас тут? А, вот как инвентарь открывается. Так, нам нужен нож, чтобы это добыть.
О, хапчик. Так, с этим нужно быть аккуратным. Здесь что у нас? Здесь непонятно. Давайте побольше пожмакаем. Какие-то мышки бегают. А, давайте их уберем пока в инвентарь. Слушай, ну почему бы и нет? Поехали смотреть. Топор. Играем. Нет, здесь все стандартно, как корабль. То есть это можно просто перенести было, да? Ну, не знаю зачем. Что это? Какие-то грибочки. Давайте посмотрим, как может. Догадаемся, как собирать ресурсы Уэнка. Нет, здесь ничего нет. Быстрее он не бегает. Ничего такого не получается. Ну, давайте попробуем побить эти деревья. Что даст? А, ты в рукой их били, отлично. Ладно, здесь чисто бревна. И как же они громко падают. Нет, ничего нам девочек не дает. На эти фигни нам нужны ножи. Я даже не знаю, что это. Это? Еще одна какая-то белочка. Мышь, нет. И зачем я нашел неправду? Ты мыши? Вот как мы можем получать. Research point, офигеть. Зажимаем правую кнопку мыши. Используем. Получены 5 выживательных research point'ов. Ну, поехали. То есть как-то так, да? Отлично. Еще игра угадай. И, да, правильно, мы сейчас тут просыпаем. Эм? 10 research point'ов? Серьезно? Не любил всегда эту игру. Угадай-ка. Тише, псатиже. Что это у нас череп? Нет? Да что ж такое-то, да. Не могу запомнить. Давай посмотрим дерево. Еще 6 research point. Так, луна. А, вот. Луна. Волна. 10. Луна. Луна. Офигеть. Я изучил костер. Серьезно? Да. Это не просто изучил. Ух, нифига себе. Fireplace, да. Что тебе не хватает? Камушки на палочки. Давай добудем палочки. Ой-ой-ой-ой, меня опять бить будут. А кирпой больше бьет. Ага, то есть повторно мы изучить ничего не можем. Хорошо. Один раз изучаем.
Однако довольно сложно, оказывается. Если так посмотреть. То есть надо еще и рассчитывать свои research points на все. Так, Fireplace, ну давай. Костерчик. Сюда. И... О, господи, так, поехали. Топор, кирка. Будь то... Глина, где ее возьму? Стеклянная. Полка, два стекла. О, а вот еще и грибочки. Уголь. И палочка. Затем уберем все в инвентарь. Не будем повторять. А, стендовый факел, костер, понятно, давайте посмотрим, да. То есть стекло вообще делать из песка, ну, в принципе, логично. Для бумаги нам нужен... Это фигня? Честно, не понимаю. А, то есть уголь у нас будет в печи добываться. Хорошо, хорошо. Ну, поехали. Астробиология. И зачем? Зачем я это сделал? Объясните, пожалуйста. Ай, может, что-нибудь... Ух, с первого раза потому-то. Нет? Вот здесь черепок был. Луна. Гора. Черепок. Перепух. Отлично. Да. Нет. Солнце. Нет. Зато вот эти два, да. И вот эти. И вот эти. Гора. А, понятно. Один остается. Ой, ничего не вижу. Иди же перед. Давайте посмотрим, что у нас вот это вот. Ух ты, еще и новое исследование нам дали. Интересно. Получается, мы исследуем... Как же громко. Мы исследуем. И нам все новое и новое открывают. Давай посмотрим. Экзопатология. Что это? А, это то, что мы добыли. Ого. Только его можно сделать здесь. Да, вот он. 15 камней. Я ничего не вижу, мне факел нужен. Но еще нужно как-то добыть глину. Давайте попробуем. Ни шиша. Ни шиша. Ни шиша. Хорошо, где глинда был, сын? Не, скажу честно, я ничего сам не вижу. Для вас, может быть, вообще темно. Пузырьковый... Что, простите, мафия? Серьезно. А, Вейлвуд, вот, нашли. Грибочки, грибочки. Где мне найти глину? Вообще, чем я там огонь добывать? Черт его знает. Бля, чтоб не заблудиться теперь. Учишу от дома. Угу, открытый новый ступень. Мышь, мышь, мышь. Мышка, стой, падла, дайте. Дайте, изучу. Вот. Пушистая мышь. Однако. Кто хочет пушистую мышку? Ух ты, ёпки, у меня даже копает уже нет. Надо что-нибудь с этим делать. Топливо, ну пусть будет топливо.
что-то, что может гореть. Нет? Да я понятия не имею. А, то, что должно сгореть. А что тогда добудем? А, меня травили. Я-то думал, зеленый там хилится, но меня травили. Лично. Всегда мечтал об этом. А, прикольно. Вот тебе и топливо. Вот тебе и уголь. Давайте посмотрим, как у нас. Нам должно хватить на факел. Отлично. А теперь стоящий факел. Чтобы мы знали, где наша... Не знаю, насколько его хватит, на самом деле. Ну, пусть будет. Давайте-ка пойдем Пойдем поищем что-нибудь. Ну, КП, да, КП у меня уже ни о чем. Мне нужно искать капчик, мне нужно искать все. А я понятия не имею, где. Что-то бред какой-то. Не, ну можно грибочки собрать. Нет. Пусть будут. Самое простое, что собирать, и не наносит нам, да. Я не вижу камней, я не вижу ничего, в принципе. Это что такое? Какие-то лиминары. Хрен его поймет. О, что-то новенькое. Понятно. Почему будто мы под водой бегаем? В очках. Под водой и в очках. Ой, я походу умру. Нет, мне нужен нож, чтобы добыть. Чак беда. Поэтому что сейчас забыли? Лимина. Съесть можем? Нет, мы не можем съесть. Ой. Ну, это как тут началось. Шкаш. Это что? А, это вот эти вот. Типа амёбы. Ну, похоже чем-то на амёбы. Нафиг их знает. Давайте смотреть. Шо. Киркой нет, паром не собирается. Вообще, что это? Какой-то форм, снайл форм. Так, я не пеку от базы. Мышь, если я не могу убить печать. Ой, я камни нашел другую. И походу я сейчас умру. Да, очень на это похоже. Да, все. Мне напали. Я отъехал. Что-то какая-то жесткая игра. Непонятно, как хилиться, непонятно, что делать. Оу. Нужно было сохраняться. Хорошо. Ну все по-новому начинаем.
Здрасте, приехали, называется. Нет, все, конечно, хорошо. Но это бред. Это абсолютно какой-то непонятный бред. Я, в принципе, попробую, я уже разберусь получше в этой игре. А пока, хватит.